Нормально, нормально, нормально. Блин, я с тиром первый раз, кстати, на саппорте отыгрываю. Пошли, пошли, крипов убьем. Тир магиот? Но он магиот только заталкивать, а вот как насчет танчить, это уже вопрос другой. Как я ее убил? Она сзади была или что? Хорошо! Давайте, парни. Как же я много урона-то накидал. Скин охрененный. Скин охрененный на Аполлона. Я тут, братанчик. У меня ни маны нет. Хорошее начало. Ты же понимаешь, что это один файт, который, ну, по сути, может быть, как бы, ну, вообще ничего не зарешать. Вот то, что она АФК стоит, это хорошо. Если он тильтанул, то это изи победа получается. Блин, Хоппер это, наверное, один из лучших скинов последних на Аполлона. Очень круто. Здорово, Пеперона. Да, он же не просто так стоял. По-любому токсил. Но не лучший файт для них, конечно, был. Этот флоп, конечно. Сейчас могли еще больше их загнобить. Нормально, ладно, нормально. Все, трек кончился. Спасибо большое, Гзень. Спасибо за донейшн. Целуй. Ай, блин, я думал 1700, даже не посмотрел. Ладно, хоть ману похилю. Плохой мув, конечно, был плохой мув. А чем нынче хилиться? Я вот знаю то, что собирают, типа, Ишиваль, да. А все-таки Аси, да, дособирательствуют. Да, для агрессивной, да. Но вот помните, у меня вчера был Гор. Гор тоже для агрессивной игры, имба. Но типа, он вообще не агрессировал никак. Хорош, Сань. Единственный, который понравился, Опол. Но он классный. Вообще классный скин. А куда ты ходишь? А, ну да, да. Согласен. Хорошо. Enemy spotted. Ну, я понял, Овил. Ну, посмотрим. Я бы засел бы покемонов по контенту, на самом деле. Главное дождаться их выхода в сентябре. Как они будут работать, посмотреть и все такое. Ультануть туда чине. Еще и флаг. Ну, типа, да, сейчас все собирают, типа. Саппорт этот. Блин, ладно, я полечу, наверное. Раз она здесь осталась. Слушай, ну я убью и умру, да? Completed. Я думал, она под таверкой. Поэтому сказал, что умру. А она была не под таверкой. Хорошо. Все прекрасно. Барды пока не буду брать. Где-нибудь, спасибо еще за донат.
На записи этого не будет слышно, но спасибо тебе огромное. Ой, ну этот трек на победу получается. Time will come. Yeah, dude. Thanks. Да-да. Вот такие старые треки мне всегда напоминали какой-нибудь, знаете, фильмы с Ван Даммом. Я не знаю почему. Помните, там всякие треки играли, где типа этот... Ну, типа музыка вот такая странная была. Это микс. Ну, мне нравится, мне очень нравится. Сегодня у нас дискотека 80-х получается. Я пока попушу, братан. Сейчас мы успеем, миссия. Как бы полтаврки, это жирно, вкусно. Кровавый спорт, наше детство, да. Вам не громко-то? Достал, достал, достал единичкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас сегодня ретро-вечеринка, чат, поэтому подключайтесь. Поэтому подключайтесь. Ставим свои любимые треки 80-х, 90-х, 70-х. 90 уже нынче ретро. Нормально. Как он успел забрать? А кто там был? Я не видел в джангле никого. Я не понимаю, я 2-0 иду, я забираю кучу крипов, а она такого же левела, как я. Я слышал Цукиёми звук. А, окей. А, хочешь убить? Блин, братан, а почему туда? Да блин! Давай этого задушим, додушим, додушим. Мужчины, додушиваем, додушиваем, додушиваем. Ну как бы, понимаете, да? Я бы на их месте сейчас сдавался, если честно. Сань, спасибо большое за донат. Пеперуна, спасибо огромное, парни, блин. Спасибо. Привет, монах. Парни, спасибо огромное за донаты. Вот, вот, вот такие трехи, да. Блин, вот кто будет? Я это видео просто на пофиг залью, если мы ни разу не умрем, это будет забавное видео. Залью на YouTube. Вот, забайчу названием каким-нибудь.
Ребята, у нас тут музыка играет, еще это очень классная, между прочим. Cutting edge stuff. Cutting edge. Это же этот Yuma Heart. Yuma Soul. Спасибо, ребят. Yuma Soul. Enemy missing left. Yamaha, Yamasoul. Не, погромче, тогда вы вообще ничего не услышите. Спасибо, Макс. Максимальная доминация. И летим дальше. Как же ей было больно. Спасибо большое, ребят. Зень, спасибо большое. Блин, парни, спасибо за донейшены. Они там переписываются в чате, я вижу. О, нет. О, нет. Тихо, тихо, тихо. Нет. Нет! Боите! 14-0! Хоппер уничтожает, парни! На 2000 ммр! Да-да-да, это чисто катка, кто умрет, тот лох! И это отдалось! Все, это что за фит был? Ой-ой-ой, что за трек? Sweet Dream, ля. Everybody, you can do something. Enemies incoming middle. Retreat middle lane. Retreat middle lane. А чё я туда иду? Т2 ломать, что ли? Блин, надо помочь. Надо помочь. Я иду, иду, иду. Чисто в танка, понял? Я думаю, мне, кстати, хватит урона с ульта, на самом деле. Ну все, они фидят, получается. Все, это минус катка. Сань, спасибо за донат. Я всю катку говорю спасибо за донат, чисто на запись. При том, что ни вебки не будет, ничего не будет под, на записи. Новость будет все время. Спасибо за донат. Спасибо, парни, огромное. Как бы чисто вечеринка, я не знаю даже каких это, 80-х? Конечно, фарм какой-то дик, ну, дикая скорость фарма сейчас какая-то невероятная. Ты не купил излюбленный лук Одиссей? Я хотел сейчас бэкнуться и купить его, увидел, что у меня 300 монет не хватает.
Почему все Ишиваль берут? Ну, сейчас имба. Сейчас имба. Его апнули, и он стал имбой. На 5 левелов выше, чем за нами. Но я надеюсь, это просто, как сказать, мне игра дань отдает за вчерашние катки. Я вчера так плохо отыгрывал, здорово, Берил. Я вчера так плохо отыгрывал, это просто жесть. Блин, парни, устроили вечеринку олдскульную, спасибо. Без ниндзя таби раскрылся, так его еще и апнули. Ладно, не ссать, братан. Главное не мисать еще. Давайте Fire Giant. Что за Ишиваль? Вот этот синий лук. Ишаиваль называется. Не, ну эта катка полна всякими моментами. Говорил, спасибо большое. Нифига ты ворвался. У нас, правда, все треки из 80-х, а ты Мэнсона, да, кинул, я смотрю. Ой, какой трек! Ой! Кто это поставил? Кому пожать руку? Ой-ой-ой, какой трек. My people go. Вообще офигенные треки, спасибо большое. Ну чисто Бэрил там ворвался с Мэнсоном. Семнадцатиминутная катка. Ладно, там люди стали ругаться, что я не показываю статистику последнюю. Давайте поставим статистику. Поставим, посмотрим, ё-моё. Ну как бы 2021 ММР. Так, 10 тысяч урона я успел нанести за 17 минут. Ну, всех я передамажил, это точно, да. И вот такой вот билд. В целом норм.